Отряд, становись! Уши и руки помыли? Так точно. Мы очень рады, что после некоторого перерыва, наконец, мы можем поучаствовать в такой замечательной акции, как «Ночь музеев». Очевидно, что и наши посетители также соскучились по таким мероприятиям, поскольку билеты на акцию были распроданы еще до начала «Ночи музеев». Мы предлагаем три программы сегодня в эту ночь. Одна из них в личных комнатах Николая I. Это сравнительно новая наша экспозиция. Вторая – уличная экскурсия, где мы используем дворец лишь как точку отсчета, нулевую милю, да, чтобы поговорить об истории России, о технических новинках, которые появились в Гатчине и связанные с нашим городом. И третья программа – это программа в Приоратском дворце, приуроченная к столетию пионерской организации. Круто, Шай! Дело в том, что в конце 40-х, 50-х и начале 60-х годов в Приоратском дворце как раз располагался Гатчинский дом пионеров. Нам показалось интересным провести параллель между традициями, обычаями, кодексом чести средневековых рыцарей и госпитальеров, для ордена которых был построен Приоратский дворец, и молодых, но тоже рыцарей, пионеров. Как будто это с полки пламя. Щелкой. Мы ждем вас в Гатчинском дворце и в Приоратском дворце, на других объектах музея-заповедника, конечно, круглый год. Но рады вас пригласить также к участию в наших специальных программах, чтобы взглянуть на наши объекты необычными глазами, может быть, с необычного ракурса. Надеемся, вам понравится.